Всем привет, с вами Прия. Как мы знаем, контент в ведении весьма уникален, таит в себе различные секреты и есть некоторые интересные механики на различных энкаунтерах, на всяких там боссов есть немножко интересненького, на всяких там трэшевых мобов есть немножко интересных механик. Ну, конкретно ведение, которое дано нам в виде Штормграда в текущей неделе, немножко сложное, имеет несколько нюансов. Я прошел, и вы в дальнейшем все абсолютно увидите. Несколько ошибок было допущено. Я думаю, на этих ошибках вы немножко научитесь. Совершать их не будете. Будете внимательнее к игровой карте относиться. Не так, как я это делал, просто-напросто забил на нее и шел мобов дамагал. Ну и ваше прохождение, думаю, будет лучше, чем мое. Желаю в этом вам удачи. Счастья, здоровья, всех благ. Есть там один интересный прикол далее, который вы увидите. Как говорится, спасибо человеку из чата за такую интересную фичу, за такое интересное совершение контента и за такой вообще интересный момент, сделанный на стриме. В общем, что уж тут тянуть. Берегите ноги, учитесь на ошибках. Приятного просмотра. Я игровую лучше подрублю музыку. Она спокойнее. Похавать надо было. Что? Чё за станы? Так, мне это не нравится. Какие-то, знаете, какие-то выстрелы неприятные у мобов. Я вот что ощущаю. Ага. Мне это не нравится. Опухоль какая-то. Я не думаю, что в нее нужно вставать. Ее нужно так дамагать, типа, и нормально все будет, хорошо. Ой, чат, вот этот подгон экспедиции, ой, подгон эссенций, не знаю, что-то, хз насчет него. Ой, что это за горящая земля? Мобов грипать нужно, как я правильно понимаю. Типа, я могу себе еще два рана позволить. Так что, ребят, я могу фейлить. Я могу себе это позволить.
Ой, тут не надо даже юзать, у меня половина еще. А я что-то видел, то что у меня маловато. Лутай почтовые ящики, там маунт может быть. Вы что, серьезно? Это что за троллинг? Вы что, троллите меня в чате? Я вас затроллю так же когда-нибудь, когда гайдик буду какой-нибудь делать. Все с вами понятно, чат. Вы такие подсказчики? Я в шоке с вас. Блять, сейчас бы чат слушать. Ладно, я с него баджей, наверное, получил, да? Я не заметил просто. Я вообще ничего не чекал, там видосик вроде ты мне кидал. Ну, как бы... Видосик, но щупать нужно самому. Ой-ой. Тут ловушка, которую мне юзнуть нужно, взрывчатка. Ты просто не тот ящик открыл. Понимаю. Ошибки случаются. Да, я знаю то, что кнопку можно перенести на панель. Мне так приятнее. Победите Тирума. А где Тирум? Опа, здорово, Тирум. Иди сюда. Ну, активируйся, что ли, быстрее. Все, засрал себе. Найс, играю. Ладно, Тирум побежден. Идем дальше. Идем в Т3 локацию. А кто сложнее, Матиас или Умбрий? Ну так, чисто ради фана. С меня, чтобы понять, в какую локацию я пошел, самую сложную или не самую. Ой-ой-ой, касание. Матиас это конечное. В смысле, то, что он сложный? Или о чем ты? Можно, пожалуйста, текст чуточку доступнее писать? А, в одну сторону локация? Нет, почему? Тут же еще мостик. Окей, короче, ладно. Лосы, глаза, на Матиусе главное. Окей.
Зря я, наверное, сферу поставил. У меня ж талант на 200 регена от каждой кильнутой элитки. Ой, а как тут ворота отпереть? Они, наверное, автоматически вскроются, да, сейчас? Что делать с ними? А, получите ключ какой-то еще. Что? Где? Нашел. Я не туда пошел. Серьезно. Плохо. Дом открою на обратном пути. Сейчас мопса себе сюда приведу. Тянется, ходит моб. Ты чё буйный такой? Алло? Я могу любую, да, теперь вскрыть. Я хочу эту. А. Понял. Нужно на шарик было просто кликнуть. Что дальше? Внутрь? Что-то мне это не нравится. Я не в режиме боя. Оу. Да, я успею, я уверен в этом. Я не могу кастому сбить, то есть channel идет, да? Окей.
Но я за него 200 получу. Ой-ой-ой. Спасите пленных. Хорошо. Я не могу нормально эти щупальца убить. Я скакаю как кролик от одного просто участка карты к другому. Тринкет, кстати, очень сильно изгневиона тут, когда ты прыгаешь, крылышки как-то, если активируются, да, если прок активен у этой тринки на хосту, то получается, что получается, ты летишь на крыльях. Это круто. Как бы это некий буст к мувспиду. Можно этот аффикс себе во благо использовать, если что. Ну, просто как-нибудь додумаетесь до этого, я надеюсь. Мам, я занят. Ага. Дверь закрой. Ну, хорошо. Я скоро выйду. Я кушать не хочу еще, если что. Посоветую питомцев для локалов в Мехагоне, которых можно купить на ауке. Костенок хорошо себя показывает. Но вообще давай после... После прохождения я тебе покажу свои сетапчики. Ты почекаешь. Ну, видите, просто невозможно щупальца бить. За счет... аффикса локации. Все? Пройдено? Т2 это локация или что? Ну, по-моему, да. Или что? Ну, по-моему, да. То есть после 8 пленных же я прошел локацию, все верно? Или нет? Ну, по-моему, да, там больше ничего не выиграло. Босс после пленных. Не знаю, что-то ничего не показалось. Странно. Я могу под зеленкой все эти лока пережить. Ну, я не думаю, что я убью ее. Зеленка гасит темный взор. Бля, серьезно? Чуть не добил, да? Надо еще будет потратить вне стрима. Окей. Ну, две страницы дали. Даже три. Нет, я не качал ее.